Сегодня в Чебоксары прибыл президент российских железных дорог Владимир Якунин. График рабочего визита весьма насыщен. Первые встречи прошли уже с утра. Подробности в следующем материале. Главного железнодорожника страны с утра в аэропорту встречали глава республики Михаил Игнатьев и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лисун. Владимир Якунин в Чувашию приезжал и раньше, а в этот раз руководители РЖД участвуют в 9-й конференции «Объединение производителей железнодорожной техники». Она проходит в республике впервые. После встречи в Чебоксарском аэропорту Владимир Якунин и Михаил Игнатьев отправились на импровизированную выставку. Она расположилась прямо на площади железнодорожного вокзала. На площади выставили технику, которая может быть полезна железнодорожной отрасли. Причем некоторые разработки уже давно прочно стоят на рельсах. Но производители предлагают и другие ноу-хау. Некоторых гостей заинтересовал вот такой автономный фургон. Внутри оборудована небольшая кухня и деловой кабинет с креслами и столами. Эта техника сошла с конвейера недавно. Сейчас у нас тепло, работает система жизнеобеспечения. Готовы рабочие. Цистерны, бульдозеры, лаборатория на колесах, техника для ремонта путей – все это сегодня выставили на площади. Не исключено, что в ближайшее время в РЖД заключат контракты с производителями погрузчиков и тракторов для уборки территорий вокзалов. Это оборудование уже прошло все необходимые испытания. Правда, те, кто производит технику, жалуются на извечные проблемы. Сталкиваемся с такой проблемой, что российскую технику не покупают, даже в условиях указа президента. Еще один общий вопрос. Излишне жесткие требования при сертификации отечественных разработок. Причем зарубежные производители такую процедуру в стране не проходят. У нас, к сожалению, не очень регулирована нормативно-техническая база, и это вызывает определенные сложности в экспедиции железной дороги. Хорошо, спасибо. Ну, тут небольшое обращение к вам подготовили. В своем рабочем графике президент РЖД нашел время, чтобы встретиться с работниками железнодорожной отрасли и ответить на их вопросы. Правда, большая часть встречи прошла при закрытых для прессы дверях. Дарина Игнатьева, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.